Ну, поехали. Одной рукой держу, поэтому, ребята, за качество съемки не ручаюсь. Все в реальном режиме. Если сейчас навернусь, так и знаете, это не отрепетировано. Это экстронтер. Это экстронтер. Пируэтов показывать не буду. Блин, давно я на коньках стоял, ё-моё. Это тоже экстронтер. Нормально. Между прочим, в 16 часов почистили лед. Это нам на руку. Вернее, на ногу. Фух. Сейчас продолжим. Так, ребят, ну я предупреждаю, сейчас поднимем на уровень чуть выше головы. Посмотрим, что получится. Потому что предыдущий кадр был, ну, очень низко над горизонтом. Опа-на! Мальчик. Передохнем. Зимнее чудо. Январское. На дворе плюс, извините за выражение, 6 или 4. А у нас тут каток в полном разгаре. Да здравствуют высокие технологии. Красота. Вот это вот пьянство, бой, понимаешь. 45 минут на коньках, и ты уже забываешь, что ты пил, с кем ты пил, и главное, сколько. Фух. Главное, спорт, снежки и веселый дух соревнований. Да здравствует Масяня. Поберегись. Мальчик. Не мешай художнику кататься. Слушай, ну нормально, ребенок поперек движения выезжает. Я что, виноват, что ли? Медведь, медведь, куда едешь? Привет, медведь. Ha ha ha!